Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Станислав, я имею профессиональное образование повара. На данный момент для меня это хобби. Я люблю кушать, готовить. Я делюсь с вами рецептами, которые любит мое окружение. Большое хочу сказать спасибо тем, кто подписывается на меня, тем, кто пишет мне сообщения, комментарии. Большое вам спасибо. Благодаря вам я развиваюсь вместе с вами. Сегодняшнее видео будет посвящено приготовлению завтрака и несколько идей, как можно приготовить из яичек. Надеюсь, вам зайдет и вам это понравится. Мой фирменный взгляд. Приятного просмотра! Берем тостовый хлеб, вырезаем середину. Получается идеально. Наш хлебушек готов. Далее разбиваем яйцо в пиалу. На сковороду наливаем чуть-чуть оливкового масла. Обжариваем хлеб с двух сторон. Чуть сливочного масла. Добавляем наше яичко. Через 2-3 минуты яйцо готово. Вот такой простой рецепт. А вот и второй рецепт. Мы берем яйцо, отделяем желток от белка. Взбиваем желток. Что-то я увлекся взбивать. Солим и перчим. Еще чуть взбиваем. Сковородку смазываем оливковым маслом. Вливаем взбитые желтки. Жарим на медленном огне с одной стороны. Посмотрим, чтобы не подгорело. Добавляем сыр. Добавляем сосисон. И делаем рулет. Даем пару минут, чтобы внутри расплавился сыр. В
Вот наш рулет из желтка готов. Нарезаем для украшения лучок зеленый. Нарезаем сам рулет. Украшаем тарелку зеленью, шмеленью. И можно уже кушать. Вот и готово. Два простых рецепта из яиц на завтрак. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного.